Наш любимый формат гостиничных номеров называется комната-кровать. Что тут у нас еще? Закопанское зеркало. Это шкаф. Это душ с туалетом. А душ сюда. При этом дверь открывается. Либо закрывает туалет и душ вместе, либо только душ. Вроде все. Поехали. Все спрашивают, как кофе после сифона на вкус, цвет. Ну, на цвет, вот, в общем, густой цвет, нормальный. Более фильтрованный, чем после кофеварки, то есть там прям совсем ничего не плавает, никакой пенки нету. На мой вкус, вкус более мягкий, но я тот еще вообще ценитель кофе. Я не отличаю кофе за 1 евро от кофе за 15 евро. Карточка индивидуального предпринимателя открывает нам дорогу во всякие странные магазины по типу метро. Макро-метро хорошо закупаться тем, что очень большая упаковка. 5 килограмм макаронов, 5 килограмм спагетти, какие-то печеньки, сколько там, 3 килограмма. И туалетная бумага, ресайклинг. Так, что это у нас еще? 3 килограмма арахиса. Что у нас предстоит, няшечка? Эва начинает звониться в 8:30. Я и Кира начинаем звонить в 9:15. Угу. А няшечка? Няшечка всем помогает. Гавкает на заднем плане. Малыш, что происходит? Это математика? Что за урок у тебя сейчас? Мне сейчас надо писать. Писать, понятно. Прямые руки выглядят так, как будто бицепсы демонстрируешь. Я показываю прямые руки. Давай, жги. Ну, я тебе покажу видео. Они чуть-чуть. Они не могут быть прямее, мама, смотри. Они не прогибаются дальше. Окей. Они просто не продвигаются дальше. Окей. Мы тут отдаем всякие вещи, которые мы решили, что нам уже больше не нужны. И отдаем счеты Эвана. Да, малыш? Да. Почему? Ну, я почти их не использую. Уже ты научился считать? Да. Кому отдаем счеты? Тому, кому надо обучить своего ребенка. Точно. Молодец. Все, беги катайся на веле. Я прям уже чувствую, что в 2021 году похудеть не получится. Смотри, чем нас угощают. Мне кажется, слышно, как у меня слюна капает. Так. Дубль 2. Мне кажется, что в 2021 году похудеть не получится. Это зразы. Это пончики. Что, Кира? Это божественные пончики. Пончики, а зразы как тебе? Не знаю. Так, тут еще...
я не буду пончики. Тут еще я вот где-то ел лазанью. В общем, это выглядит ужасно. Но вот это вот. Как же сдержаться? У нас есть день, когда вывозят елки. Уже все свои елочки вывезли. Надо их привозить к вот этому месту, где собирают контейнеры мусорные. И здесь оставлять. Приезжает машина и все забирает. Эйми! Твоя рука в кадре. Недалеко от нас дом продается. Это получается 15 322. Можно пойти посмотреть, за сколько. Никаких проблем нет. У нас есть классное приложение, в котором есть, ну, не знаю, 99% продающегося и, возможно, сдаваемого жилья. Сдаваемого, мне кажется, меньше, чем 90%. Эйми, идем. Сейчас зайду, посмотрю, сколько стоит. А продает, кстати, та же фирма, через которую мы покупали свой дом. Так что сейчас глянем. В общем, я посмотрела, 375 тысяч просят за этот дом, причем сейчас дома за ту цену, за которую просят, не продаются, то есть дома дороже продаются, чем выставляются, то есть здесь аукцион на повышение сейчас идет. Там 119 метров, у нас 125, ну то есть он похож на наш, я думаю, очень сильно похож. Вот, но немножко по-другому ремонт сделан, немножко по-другому вот эта пристройка сверху сделана, меньше там площади на третьем этаже, ремонт похуже, чем у нас. Но 375 тысяч, это сильно дороже, чем мы покупали. То есть, когда мы покупали, наш дом был выставлен за 300, мы купили дороже, причем существенно дороже, но все равно 375 на старте за дом, который хуже, чем у нас. В общем, непонятно, куда цены растут на недвижимость. И это наш такой вот спальный райончик, таунхаус с грядками. Очередное быстренькое расхламление. Мы как-то показывали, мы несколько месяцев назад купили эти вещи в секонде. Дети наигрались, как раз сейчас хотим отдать. Отдадим бесплатно на местном форуме. Это щит, меч, стрелы, лук. Насчет вот этого я не уверена. Сейчас спрошу у Эвана, но оно уже вот разбросано в таком виде довольно давно. И хотим отдать, наконец-то, вот этот домик. Шкаф, кстати, тоже к домику относится. В общем, хотим отдать дом. Сейчас тоже сделаю фотографии. После этого здесь хочу пропылесосить, собрать вот те игрушки, которые раскиданы. И на самом деле есть уже смысл подумать над тем, чтобы что-то делать с этой кухней, потому что в целом дети уже, конечно, переросли ее. И вопрос, что делать с этим вообще детским домиком, потому что, ой, там собачка даже пришла. А что делать с этим детским домиком, тоже не очень понятно. Скорее всего, здесь останется просто спортзал, вот как сейчас у нас здесь стоит тренажер, штанга. В общем, возможно, останется здесь только спортзал и будут храниться подушки. Это я здесь принесла коробки, потому что хочу кое-что запаковать. А еще мы сходили, забрали дополнительные материалы.
выдали пока только на Эвана, а Кире дадут в понедельник или наоборот, я, в общем, уже запуталась. Ой, впереди собака большая. Спасай, Эми, впереди собака. Эван, как обычно, босиком к логопеду. Между тем, мы едем к логопеду, светло. Наконец-то световой день изменился, увеличился. Отсюда с него, как в каких нечеловеческих условиях приходится работать. Аж на трех человек хватило. Да.